Нас говорит за Федор, Северокавказский федеральный университет. Федь, поздравляю вас с победой. Прокомментируйте, пожалуйста, исход матча. Какие задачи ставил тренер перед выходом на поле? Блин, ну какие задачи тренер ставил? Хорошую игру, чтобы показали хорошую игру, контроль мяча. Ну и, честно, то, что говорил тренер, у нас ничего не получилось. И пришлось на поле импровизировать. Ну, я думаю, все было видно. 2-0 в счет на табло. А как вам команда? Какие у нее есть же плюсы какие-то команды? Что у них не получилось? Что у вас получилось? Может, у вас что-то не получилось? Ну, мы сыграли от обороны. Что у них? Мне эта команда не понравилась, на самом деле. Просто простая игра на выносах, длинную передачу, нападающих и все. Бей-беги? Бей-беги, да. Короче говоря. Спасибо большое.